Наркотик чуть поменялся, он стал более жесткий, опасный, и меня затянуло еще сильнее. Это не выбор, это роковая ошибка. Да, начал, не знаю, лет в 13, в 12. То есть я ушел в армию, по сути, наркоманом. Я и вернулся таким же наркоманом. Ничего не поменялось. Куда бежать? Куда? Что? Как лечить? Гораздо быстрее деградация происходила. Сначала трава, потом там спайс, крэк, потом соль. Ну, вот после всего того, что она сказала, ну просто действительно ни шага назад, да? Так точно. Но у нарко ищет таланты. Ищем людей, которые хотят побороть проблему зависимости. И кто готов сняться в документальном фильме о наркомании. Да, всем привет. Привет, Влад. Привет, Влад. Да, да. Ну, на самом деле, это начну с того, что очень приятно здесь оказаться. Я тут последний раз, когда был, наверное, в марте, я прибыл на реабилитацию на нарко. А, да, начал, не знаю, лет в 13, в 12, как все, вот, ну, плюс-минус, наверное, так начинают. История про молодого человека, который родился в Подмосковье, у которого полная прекрасная семья, который сам активно занимался спортом, вольной борьбой, был многократным чемпионом Подмосковья и даже выходил на Центральный федеральный округ. Ну, я в интернете все пробил, посмотрел, ага, так, почтой заказал. Не, я сначала приехал, я сам с Подмосковья, приехал в Москву. Мне говорят, ну шкет, говорит, куда мы тебе будем продавать? Ну и вот как-то так начал, там сначала трава, потом там спайс, потом крэк, потом соль и вот в принципе что-то такое. Ну опять же, это все тоже было непонятно. Думали, ну что такое, ну что-то с головой у парня, какая-то шизофрения или что, в армии там что-то не то с головой стало казаться. А вот что это употребление, такого не было. У меня такой вопрос. По выходу, ну, после того, как ты отработал, было ли тебе тяжело? Да, это не то слово, то, что мне было тяжело. Я вообще просто, я так прикурил. Ну, может, я просто пересидел в центре. У меня такой момент социализации был сложный. У меня просто там еще свои всякие, ну, ты знаешь, я как бы, ну, получилось так, что выпустилась девочка, у меня начались с ней отношения, вот. И она вообще нестабильная, я такая, ну, в голову стрельнутая просто конкретно. И мне это прям, ну, как-то вот мне это прикалывало. Ну, то есть у меня такая жизнь спокойная, ну, достаточно. То есть когда с Антоном живешь, это жизнь спокойная. Это, ну, футбольчик, кофеечек, вот что-то как-то. А там просто вот какой-то кипиш такой, вот просто стрельнутый. И она нет там, то винца где-то выпьет, то... Меня это как бы калит, вот, мама вопрос ее задает. И я не понимаю, что с этим делать, и я вот, ну, сколько, наверное, год. Да, год в таком вот режиме прожил. И я выхожу, у меня ни денег, вообще ничего. Вот просто вообще ничего нету, ну то есть центра. Наркотик чуть поменялся, он стал более жесткий, опасный, и меня затянуло еще сильнее, гораздо быстрее деградация происходила. А что победило, окружение, в которое вы вернулись? Да скорее всего не окружение, а непонимание. То есть я ушел в армию, по сути, наркоманом, вот, я и вернулся таким же наркоманом, ничего не поменялось, просто не было выхода на вещество. Как-то навыков уже особо никаких не было, только вот коммуникации. Там потихонечку все восстановил, все нормально. Ну, удар такой был жесткий на самом деле. Вот с хобби сейчас вообще трудно, вот просто вот очень трудно. Все хобби, вот это зарабатывание денег ушло. Ну, вот какое-то зарабатывание денег, там, либо с тем познакомиться, либо с тем познакомиться. Я стараюсь просто, вот у меня сейчас основной момент дисциплина. Влад, а если честно, вот вам бы кто-то из окружения встретился и предложил: Влад, а пойдем, там, ну я не знаю, курнем, нюхнем или еще что-то сделаем. Как бы вы смогли отказаться? А, бывали такие предложения, вот. Я просто сменил свой город, вот, в котором живу. Бывали такие предложения, меня находили там в новых моих социальных сетях, вот. И, ну, предлагали, спрашивали, когда я буду в городе, а может встретимся, пересечемся. Есть соблазн встретиться и пересечься? Я просто по-честному все объяснил, то, что я прошел реабилитацию, что мне это уже неинтересно. Дал выход, да, дал номер телефона, что тоже можно выйти из этого, все. На этом общение мое прекратилось. Я не стал человека убеждать в обратном, да, что ему это тоже не нужно. Просто я дал ему выход, все. Угу. И общение мое прекратилось. Как такового соблазна не было. Можно вопрос про отношения с родителями после реабилитации? Как сложно было восстанавливать, сложно ли? На самом деле это, наверное, самый сложный вопрос. Первый был момент сложный. Это когда я вроде заселился с Кантону. Там у него 11 лет резвака. Ну просто маме так говоришь, ну по идее должно там никаких сомнений быть. Она высматривала в WhatsApp, когда мы последний раз заходили. И она такая: вы с Антоном 3 часа ночи не спали. У нас как бы нормально это было. На тот период, ну там пообщаться, там куда-то кофейка сходить, вот. Я тоже этим наполнялся. И она такая: вы с Антоном торчите. Я говорю: мам, ну это корка какая-то конкретная, ну 11 лет. Я говорю: ну не стал бы он ради... Он говорит: нет, ты его смог бы убедить.
Ну, то есть вот такой, я говорю, да нет, я говорю, ну, и бывает вот там, и по сей день тоже вот у нее что-то поднакрыло, там сон какой-то приснился, не такой. Я просто успокаиваю, говорю, все нормально, успокаивайся там. Вот знаете, Влад, да. Вашей маме, Лии Владимировне, тоже очень больно, она призналась нам до эфира, выходить сейчас в эфир. Потому что она хотела бы выходить с нами в эфир, наверное, по каким-то другим поводам. Когда вы стали бы, ну, чемпионом в вольной борьбе или еще что-то. Но она согласилась с нами пообщаться. Я считаю, что с ее стороны это тоже большой подвиг. Лия Лукьянова с нами сейчас на видеосвязи, а мама Влада. Лия Владимировна, добрый день. Вы сами помните тот момент, когда вы впервые узнали, что ваш сын попал в зависимость, да, употребляет так или иначе? Что происходило тогда? Какие были ваши первые мысли и эмоции? Да, смотрите, я именно с этой целью и согласилась, потому что проблема настолько острая, настолько хитрая, настолько завуалированная, что многие люди, так же, как и я, думают, нет, это не про меня, ну что вы, ну у нас так все благополучно, но быть этого не может. Она набирает, тут, говорит, тело какое-то, пишет, ну, тебя ищет, что вообще произошло, ты опять что-то натворил? Ну, то есть у нее как бы страх это вызывает. Маме моей пишет ВКонтакте, чтобы меня найти. Он зачем-то к маме полез через ВКонтакте, видимо, по фамилии вспомнил. У нее там паника, все, и он мне там тоже, она говорит, я говорю, скинь, сейчас все сделаем. Он мне там пишет какие-то голосовухи, голосовух там 800 сразу мне скидывать, я такой, ну понятно, чем он занимается. Но я ему сразу набрал, я говорю, Вась, ну мы с тобой не друзья. Я говорю, мы случайно встретились, говорю, в центре. Я говорю, если ты, говорю, по вопросам по каким-то, мне не надо там писать вот всякую типа ересь. Ну вот ночью там через маму искать, я говорю, мы с тобой не друзья. Она прячется, она настолько незаметна, что годами можно жить в иллюзии, что все замечательно. Заметила я это уже, можно сказать, слишком поздно, потому что в подростковом возрасте существуют такие проблемы, когда ребенок там что-то ищет, сам себя познает, противоречия, и ты все на это списываешь. Казалось, так все благополучно, он встречается с замечательной девочкой, мы ей полностью доверяем. Валь, скажи, у тебя есть мечта? Введем набор «Московский реабилитационный центр» на социальной основе. Предложение ограничено. Связаться с нами вы можете через WhatsApp, номер которого указан на экране. Да, на самом деле мечта есть обычная такая. Хотелось бы семью. Хотелось бы, да, полноценную семью. Да, в принципе, все остальное у меня все будет. Вот из мечты, вот у меня просто никогда не было, вот, если правда так взять, положа руку на сердце, нормальных отношений никогда в жизни. Я вообще не представляю этого. И я вот смотрю, у меня у многих знакомых тоже нет нормальных отношений. Но я смотрю на свою семью, на своих родителей, и это просто, я думаю, как так? Вот все жалуются, у меня там все партнеры, все жалуются. Да отец хоть раз бы что-то про нее плохое сказал, или там мама хоть раз плохое сказала. Там уже раньше, когда я был в употреблении, у них просто были моменты. Они друга обвиняли, это твой сын, нет, это твой сын. Ну, когда не очень, как бы, товар, они всегда друг другу подкидывали это. Сейчас товар вроде чуть получше стал, они все, у них как бы счастье там, аллилуйя. Но все это казалось, Там была, можно сказать, это была та стена, за которой он прятался. Это была вуаль. И вообще много лет это все незаметно. Это все, кажется, какие-то особенности. Что-то у человека, что-то его расстроило, что-то не получается. Даже не было мыслей никаких вообще много лет. Когда он пошел в армию, даже была гордостью, какой молодец, какой патриот, пошел в армию. Совершенно не понимали, что это было целью вот какого-то спасения. Первое – это вот люди, которые мне дороги. Я вот, например, у меня вот нет, знаешь, какой-то такой вот жадности, но я вот последний отдам. Ну, если человеку реально надо, если там не на Бургер Кинг, как бы там скинь 500 рублей, а вот если реально что-то произошло с человеком, вот, ну, как, вот мое окружение для меня очень важно. Родители, там, близкие, наверное, это вот они для меня на первом месте, потом финансы, на третьем там здоровье и прочие вот эти моменты. Куда бежать? Куда? Что? Как лечить? Надо все узнать про эту проблему. И начались поиски информации. Ну, всегда надо начатое заканчивать, это в любом случае. Начал употреблять, надо закончить. Ну, тут примерно с программой та же, как бы, песня. Поначалу я помню эти статьи. У меня там, если в день я статью прочитал, это прям, ну, я красавчик. Не бояться и пробовать себя. Вот самое главное, наверное, это вообще откидывать какие-то страхи, предрассудки. Практически все наркоманы чего-либо боятся.
там страх оценки, еще что-то, как посмотрят, как это, а вдруг я какой-то не такой. Ну, практически все, кто говорит, что у него такого не было, ну, врет. Все переживают, все волнуются, меньше слов, больше действий. Не переживать в голове, не думать, что вот я там сейчас это сделаю, а просто делать, и делать это все пошагово. Сейчас я могу сказать всем и каждому, родителям в особенности, это не выбор, это роковая ошибка. Когда ребенок встает на тонкий лед на озере, он не планирует утонуть в этом озере. Он просто, ему любопытно, как там этот лед, его выдержит, не выдержит. Это вообще не выбор, абсолютно. И наше бездействие и безучастие может быть фатальным. Мы можем и как потерять его, так еще, знаете, потерять это одно. А вот то, что он причинит вред окружающим, это гораздо хуже. Ты кажется, да, у меня все это в голове, ничего подобного. С вечера ты вот сказал себе, это надо делать, все. Кому-то что-то пообещал, вот надо делать. Потому что все с мелочей, а потом все, ты связываешься непонятно с кем, у тебя ничего нету. Ну, вот так. Это 100% информация, прям вот на любом бизнес-тренинге, на любом тренинге это вот информация. Ну, это от Владимира была информация, она очень долго мне доходила. Он не просто в ремиссии, он в этом процессе. Он занимается реабилитацией других. А когда ты видишь вот это все каждый день, помогаешь другим и работаешь в этой сфере, то мысли этих все меньше и меньше. Потом я хорошо знаю Володю и Антона, вот, этих людей, лично с ними знакома, лично приезжала в центр не раз и знакомилась с ребятами, с реабилитантами. Поэтому даже если когда-то что-то произойдет, это все не вернется на тот уровень, потому что в первую очередь лечится не тело, лечится голова, лечится душа, мозг. Он должен быть чистым. Тело – это все так вторично-вторично. Вот если твой мозг чист, если он понимает, что что-то происходит, тогда процесс, наверное, скорее всего, 99%, ну, у человека с нормальным интеллектом, он не пойдет вспять. Ну, в принципе, не знаю, есть еще вопросы, нет? Нет. В принципе, если кому-то интересно, могу так просто лично сказать. Все, Владик, спасибо. Спасибо. Это как будто так давно было, как будто уже не про меня. Вот столько всяких событий после этого всего произошло. Влад отдельно, мне кажется, вам благодарен внутренне за то, что он в свое время остановился, осознал, и сейчас да, по другую сторону находится вот этого линии фронта. Влад, я пожму руку вам, если можно, да, отдельно за эту историю в прямом эфире, потому что я понимаю, какой это смелый поступок с вашей стороны, все рассказать. Это... Ну, Лилия Владимировна, вам спасибо огромное. Будем надеяться, да, как бы верим, и уже не сомневаемся, что действительно Влад, благодаря вашей поддержке, будет здоровым человеком. Влад, просто мы не имеем права теперь подвести маму, да? Вот после всего того, что она сказала, ну, просто действительно ни шага назад, да? Так точно.